Здравствуйте, обитатель YouTube. Мне сняли гипс. В итоге получается, где-то через 2,5-3 недели я начал наступать на ногу вместе с гипсом. Вот. Через месяц где-то вот после перелома я мог, в принципе, уже снять гипс и без него уже как-то пытаться передвигаться. Доктор не рискнул снимать гипс, потому что у них положенное время малоберцовой кости. Он по книге там посмотрел, говорит, 60 дней. Вот. Только через 60 дней мне сняли гипс. Потом у меня была реабилитация, где-то в районе 3 месяцев. Ну, хромал, что уж там делать. Вот и такие вот дела. Всем удачи. Пока.